Где можно купить продукты питания по низким ценам? Акимат города заключил меморандум о сдерживании цен с рядом торговых точек. Об этом в нашем следующем материале. Среди подписантов меморандума о сдерживании цен торговый центр «Мирас». Здесь реализуют по оптовым ценам 19 наименований социально значимых товаров. Цены ниже рыночных. Картошка, морковь по 70 тенге за килограмм, лука 50 тенге. Цены здесь всегда стабильные. Мы среди постоянных покупателей. По карману цены на лук, картошку, морковь намного дешевле по сравнению с другими магазинами. Картофель купили по 70 тенге, лук по 55. Очень выгодно. Мы всегда закупаемся только здесь. 15 видов товаров продаем по заниженным ценам. Картофель, лук, морковь по сравнению с другими торговыми точками на 15-20% дешевле. У животноводческого хозяйства «Ахбарус» 5 торговых точек по городу. Все магазины мясомолочных изделий также соблюдают взятые обязательства. Говядина здесь реализуется по 1250 тенге, конина по 1580. На основе меморандума с акиматом города поставляем населению города свою продукцию по доступным ценам. По низким ценам предлагаем продукты высокого качества. Наши товары на 15-20% дешевле. Кроме того, на сдерживание цен работают 15 социальных магазинов. Здесь также населению предлагаются дешевые продукты питания. Товары сюда поступают напрямую из овощехранилища «Алтынкамба». Это социальный магазин. Ежегодно здесь покупаем продукты. Я сам из аула Махамбетова. На маршрутке приезжаем. Мука хорошая, дешевая. И другие продукты по карману. Как видите, обход ряда крупных торговых центров показал стабильность и доступность цен. Социально значимые товары отпускаются по ценам ниже рыночных. В целом, в целях сдерживания цен мы заключили меморандум с 17 торговыми точками. Определены 19 видов социально значимых продуктов. Распоряжением Аким области на них введены предельные цены. Мы следим за соблюдением этого. В случае необоснованного повышения цен потребители могут к нам обращаться.